Глава Приватбанка Александр Шлопак покидает должность. Об этом одному из интернет-изданий сообщили источники в Минфине. Информацию подтвердили и сотрудники банка. По их словам, Шлопак так и не смог договориться с ЕБРР о том, как вернуть долги бывшего собственника. Решение покинуть Приватбанк, по словам источников, было принято из-за того, что вопрос с проблемными кредитами нужно было решить до 1 июля.